И всем привет, вот мы вернулись в игру. Так, все плохо. Все плохо в плане того, что я сдох в прошлой серии. И ничего нету, хотя бы может хоть какой-то примитивный факел сейчас удастся соорудить. Ну, хоть это. У меня ни оружия нету, ничего. Все ж там осталось. И уже походу началась ночь. Может, удастся вернуться за своими шмотками, там хоть что-то есть. И так далеко идти. Мои вещи где-то там должны быть. Ну да. Прям рядышком. Ну не факт, что меня опять. А там может меня опять заметят, блин. Там и камень был, и все такое прочее. В общем, надо идти забирать вещи так или иначе. Попробую как-то сбоку подойти к тому месту, где помер. Подальше отойду, чтобы они мне эти твари не заметили. Уже выключил факел. Ладно, пока вроде никого нет, рядом можно включить. Будем ломать все, подбирать. Волокна надо много, надо дом построить. Без развития тут никуда не вообще. На такую миссию луком, тем более таким примитивным, ничего не сделаешь. Там я не знаю, какие огненные стрелы или ядовитые нужны. Вообще огненные тут есть, не знаю. Ядовитые точно есть. Насчет огненных не уверен. Вообще огнестрел бы, конечно, лучше. Это факт. Так, вот они мои шмотки. Я уже факел. За мной начал кто-то там гнаться. Я отключил факел. Вроде перестали бежать. Все-таки тут стелс какой-никакой, но есть. Давай мне все. Забрать все. Отлично. Присядь-ка. Так, я вижу, крафт быстро эту фигню. Не хватает. Косточки одной не хватает. Ешь. Надо хоть здоровье поднять. У меня глубокая рана получается. Она сама не проходит. Ее надо зашить. У меня кислорода нету. Ладно, пошли обратно. К той типа базе. Ночью, конечно... О! Кислород. На себе. В смысле, чем ты там бьешь? Воздух, включи свет. О. А то сам ничего не видишь, и зрители ничего не видят. Быстро-быстро ставь сюда. О, я знаю, что это расточительство так делать, но... Каждый раз, когда улетаешь с планеты, прилетаешь обратно, все восполняется, причем планета большая. Ресурсов тут много, тем более оно все пополняется, когда с новой миссией, так что все нормально. Так, оно не кряхтеть-то. Винта ведь мне не поможет. Не, против глубокой раны вряд ли. Не. Но сделал тогда еще пару бинтиков на всякий случай. Бинты-то я хоть могу делать, да, они из волокна делаются. Давай штуки 4, чтобы было. Ножичек есть. Все дела. Оу, серп нужен. Серп. В руках он не делается, надо верстак. И что там на верстак надо делать? Вот он, вот. Вот так я уже могу его делать. Делай. Он вроде не быстро делается. А может, те твари ушли? Ой, сильно сомневаюсь, чтобы они ушли. А, вон они красные там бегают. Вон красная точка видно. Ну да, тут особо зума нету. Ну, видно, он стоят. Ждут меня. Ну-ну. Ждите. Оно не орит там. Опа, камушка. Ждите, ждите. Может, надо было здесь лучше обосноваться? Так что у меня все равно ни черта нету. А тут как бы недалеко. Не хочу я назад возвращаться. Просто тут прямой довольно-таки большой участок. Правда, деревья далеко. Ну, да, это ладно. Фундамент можешь делать, студент? Так, деревянный люк. Дерева нету. Пошли рубить дерево. Так, перегрузился, что уже еле хожу. Деревянный фундамент. А я ж как-то землю, помню, земляной делал, да? Вот он. Из земли фундамент. Сопротивление падающим деревьям. Сопротивление ветру 50, а эти? Сопротивление ближнем бою.
и сопротивление падающим деревьям. Ветру он не сопротивляется никак. Это хоть сопротивление ветру 50%. Ладно. Эту землю надо лопату делать. А эти вот земляные стенки я не делал. Если не изучал. Давай еще нагрузимся. Ладно, делай. Это ж пол, да? Не так, это. 9. А то и все 13. Не хватает. Ладно, делай пока 12. Сейчас я немного легче стану. Когда он... О, птичка мне нужна, но не сейчас. Мне нужно сделать глубокую... Зашить глубокую рану. А чтобы зашить глубокую рану, блин... Надо еще одну косточку. А косточка вон ходит. Живая еще пока. Так, ну-ка давай. Мне еще один пол. Так, и остальное на все на максимум. Сколько стенок? Может, 2. Не густо. Что там по еде? Ой, вода у нас. Вода. А стенок вообще очень много надо. Тут мы задерживаемся на этой миссии долго. До огнестрела развиваться долго. Хотя мне это все изучено, но... Там же проблема в материалах, титан и все такое прочее. Он далеко не в каждой пещере есть. В разных биомах разные эти вот ресурсы. Это тоже надо учитывать. Так, стенки давай, не знаю, там максимум делаем 8, давай. Оп, есть. Так, птичка где? Кто-то меня... Кто-то видит. А, он. Так, факел надо потушить. Крокодил. Крокодил, в принципе, не особо-то опасен. Ну как, опасен, конечно. Правда, у них ХП много. Давай-ка птичку, наверное. Птичка вроде бы, как по мне, менее опасная. Не попал. Да какой там нож возьми? Да, блядь, нож, говорю. Нормально, нормально. Жить будем. Я тут путаю и начинаю, блин, тупо кнопки путать. Да блин. Так, все отлично. Делай глубокую эту фигню. Надо не одну сделать, но сначала пока одну сделаю. Так, где? Использовать. Лечимся. Нормально. Что там меня еще коцает? А, понял, вот это ядно. Кислотные железы. Что с ними делать-то? Ничего. А ну не ори. Козьёл. Так, я думаю, вот тут прям нормальное место, ровное. Вот тут и обоснуемся. Так, факел можно уже, я думаю, и потушить. Так, где? Стенки в полы. А давай еще штуки эти сделаем. Сколько можешь сделать максимум? 3. Ну вот и делай. Вроде никого, вроде никого. Давай фундамент ставь. Где-нибудь вот туда. По направлению. А что так плохо видно? Я вообще его не вижу. В ширину будем делать, наверное. Ну, все правильно. Но такого темного цвета надо еще. Еще 3. Ё-моё, сколько можешь? 1, ну давай. Давай хоть столько, сколько есть. Так, я думаю, мне здесь никак не нужно будет. Это на нолик поставь. Окна мне здесь будут не нужны. От слова совсем.
Так что ставим просто глухие стенки. Тут крокодилы ходят, они меня будут видеть через окна. Бой. Ты что меня пугаешь-то? Так, вход как по центру где-нибудь. Так, вот он центр, да? Да. Как там? А, вот, где-то вот. Есть. А целый один пол есть, отлично. Давай, лепись. Во. Пошли рубать деревья. Кто это? Неважно, козлик. Мясо, мясо давай. Стрелу отдай. Ой. Да что ты делаешь, ну порт нож. А то крокодилы сейчас прибегут на запах этой фигни. Ремонт. Ты можешь сделать каменный нож? Блин. Можешь, тогда уничтожь. Дай-ка мне каменный ножичек, пожалуйста. В смысле костяной, он намного лучше. По крайней мере, дольше живет, и, наверное, урон от него больше. Это та скотина, которая меня хотела сожрать когда-то. Ну-ну. Хотеть не вредно. Так, мне нужен еще сундук хотя бы примитивно, чтобы скинуть эту гадость, которая меня убивает. Постепенно. Так, ну сначала дерево, 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 много дерева. Найдется у меня еще эта зараза? Не вижу. Да, опасное местечко, конечно, но ничего не поделаешь. Зато мясо будет само приходить. Так, если ничего не путаю, мне, по-моему, еще два фундамента надо. Делай. А за стенки я вообще молчу. Не идет? Не идет. Тогда давай этот большой сундук. Во. Средний. Ну как большой? Средний. Хлам же куда-то надо слаживать. Потому что верстак, по-моему, если ничего не путаю, сейчас не поставишь. Деревья вроде бы не восполняются. Ну, опять же, планета большая. Очень большая. Надо серп все-таки сделать. Реально надо сделать серп. Так, а где же та фигня, которая меня преследовала? Или, по крайней мере, пыталась преследовать. Кстати, а что на эту фигню надо вот отсюда добывать? Молот нужен. Я не знаю. А, вот он запечатанный, получается. Я его разобью, и будет гейзер лететь, что ли. Ну... По логике вещей. Камушка. Да сюда. Сколько у меня стрел там? 53. Пока нормально. Не знаю, веточки, по-моему, спа. А, нет, ты там вообще ничего не спавнится, честно говоря. Вот раз прилетел, это все, что. Все, что ты собрал, то это все и есть. Все твое. Так, надо быстрее сундук ставить. Это все. Все хорошо, конечно. Ну давай сундук. Примитивный, конечно, ну какой есть, опять же, таки. Так, давай, скидывай эту гадость. Я не знаю, может, ее можно будет отослать туда наверх, кислотные железы. Больной экземпляр, который может очистить, чтобы получить животный жир. Ядовитый для людей. Это вам при переноске повредит. Ну, это уже понятно. Нежное существо, покрытое так... Болотистое место Икарус. Было сказано, что это экзотика. ДНК. Может быть, ее действительно можно как за материю туда на базу. Так, кострище сделаем. Делаем кострище. Так, что это? А, вон она фигня-то ходит. Он меня вроде пока не видит. А что это у тебя? Вода! Вот что это у тебя. Ляха. Давай ее поставим на тяжелое.
Где? Да вот тут вот и ставь. Я возле нее спать буду. Развернуть можно тебя как-то? Ой-ой-ой. Ну. Все. Мясо сюда. Тут много места, то что это вам не то. Это вам не это. Разделить напополам. Вперед. Это можно поставить, интересно. Ну, чтобы я просто тупо не носился с ней. Вообще можно. Ну и пользоваться, по-моему, нельзя, а вот поставить можно. Что там пишется? Обезвоживание, вот что пишется. Пошли воду. Воду! Грязную. Служи попьем. Я тебе. Дизентерия, сейчас вся фигня будет. Ну, вроде нет пока, отлично. Возможно, в кострище оно быстрее все приготавливается. По-моему, да. Больше мяса другого нет. Кожа вот есть 10 штук. Мне надо сделать этот спальный мешок. О! Да, в принципе, одну штучку делай. Ага, сделаешь. Все сделаешь, да. Все сделаешь. Так, это выкинь. Это мне не надо, что это такое. Древесный сок. Брось сюда. Я его, кстати, ни разу не находил. Это, оказывается, вот он где, на болоте. Это скинь тоже. Кожу пока, ветки, вот это все надо сюда пока положить. Я еще себе наковыряю. Это мне. Кстати, ты ж... Где там? А, да, рюкзак на месте, штаны. Надо бы починить, но пока нечем. Вот эту херню надо убить, которая лазила рядом. Щуала. А, подожди, а тут этот есть, как его... Серп. А серп не здесь делается. Ну, короче, где-то он делается, но не здесь. Надо стенки. Пол сначала закончи. А, мне одна нужна была. Ладно. Одну разберем. Я слышу подозрительный звук. Как будто на меня кто-то хочет напасть. Уголек, кстати. Кстати, уголь делал хороший. А вон он, да? Игольник тут. О, хорошо попал. О! Собака ушел под землю. Ну, я тоже не промах. Блин, он меня что-то зарядил, да? Сколько там тебе здоровья того? Чуть-чуть выше. Да сдохни, тварь. О! Тоже мне еще тут пугаешь, меня ходишь. Говорит, из тебя костей много получается, да, игольник? Опять эта хрень, ну ладно. Ох, сера нужна. Мне все надо. Четыре. Да, все-таки. А, пошла. Пошло действие этой фигни. Надо с нее, сразу от нее избавиться. Давай, давай, давай. О, 4 штуки. Эй, в смысле, все, дай сразу. Какие 4 штуки. Все, да, хватит. Хватит дрова жечь, без толку. Для себя. Это другое дело. Потом костик ходит. Чтобы сделать мне... Ага, давай-ка ремонт. Что тут у нас еще есть? У меня нету
Чего у тебя там нет? Руки и торс. Вот руки есть. О, хоть что-то потихоньку. Что-то мы приобретаем. Так, давай-ка почини лук. Да топорик. Камень надо выложить сюда. Камень мы еще себе нарубим. Так, волокно еще есть. Это есть мясо. Волокна у нас прилично, в принципе. Давай, скинь сюда. Стрел мало. А вот еще древесный сок. Там древесный сок, я помню, в каком-то крафте присутствовал. Давай-ка нарубим себе уголька. Это лучше, чем древесина. Но ее надо придержать надо. Кострище все-таки там намного быстрее все делается. Намного. Во-во. Это мне надо для факелов. Для нормального факела. Который уж получит тот, который вот этот вот. Деревянный факел. А этот уничтожить. Плюс на стенке еще факела надо поделать. Плюс это как топливо используется в этом, в разных машинах. Это у нас камень, да? Это камень. Так, мне нужен молот. А, мне есть... Да, ладно, тогда этот разбери. Да какой ремонт, блин. Ну, пошли стукнем молоточком. По тому камушку. Посмотрим, что это такое. И с чем его едят. Вот этот, который дальний самый. Странно. Это не тот какой-то. Что-то делаю я не то. Разрушить, наверное, ну уж не каменным, наверное. Улитка. Стоять! Стамина, в смысле, и кончилась. О, панцирь у них получается, да? Да, у них панцирь. Вот откуда такой урон хреновенький идет. Да, маловато упреждения. Может, у них хитин какой-то даст или еще что-то вроде этого. Стрела, может, попадешь? Спасибо. Бумеранг вокруг него крутилась. Мы уже показали бы, чтобы промахнулся, а то получается. То, что получается. Ой, а у тебя что-то так вообще... а костей даже с тебя нету? Так тебе и убивать-то нет смысла. Только кожа одна. Не, ну смысл есть в мясе, конечно. Ладно, где там то мясо? Вот оно. А что оно уже такое попорченное? Я ж только его взял. Ну ладно. Давай-ка сюда. Ну скинь. Блин, где тут серп? Может, я его просто тупо не изучал? Ну да. Ты его просто тупо не изучал. Это что? Сигнальная. Нафиг она надо, сигнальная. Деревянное копье. Это чтобы муха... Это... Тушить огонь. Так, вот есть... Напольный факел, кстати, тоже не изучал. Ну, я настенный, да? Нет. Где-то я, короче, изучал, по-моему, настенные. Так, вот оно. Шанс, что снаряд сломается, 100%. 13-15 урона. Медленная смерть. Фигня это все. Вот оно, зажигалка. Нужен порох.
Не знаю, такое себе, по ходу дела. По ходу дела такое себе. Так, да ладно. Дезерсет-то все-таки изучи. Ремесло. Где ты тут? Где ты тут? Он должен был здесь появиться. Может, в верстаке? О! Бурдюк для воды. Блин, я все забываю, что я не могу тут ничего делать. Пока что. Строй давай дом, иди. Тут оказывается какая-то болотная яда. Ягодный куст. А я так и не понял, где этот делается серп, что в упор его не вижу. Кстати, надо штук 9, наверное, сделать колонн. Нужны. Я не вижу серпа этого. Он в каком-то другом верстаке, скорее всего. Можно опустить меня вниз, пожалуйста? Во. А вот он. Что-то не хватает. Костей просто не хватает. Не, ягодку болотную мы соберем сейчас, эти семена. Можно будет ее выращивать. Семена-то дропаются с нее. Почему он мешок автомата не слаживает? Почему я должен все время туда перелаживать их? 5 кустов можно посадить. Только съешь ягодку. О, какой-то там прирост к стамине. О, отлично, стамина больше стала. А где же тут крокодилы, которые лазили? Ну, хорошо, что я их не вижу. Зато когда это вот дизентерия, или что это у нас? Вот это дизентерия, да. Когда пьешь еще раз, второй раз, как говорится, уже не дизентерии не заработаешь. Этим можно пользоваться, пока не прошла дизентерия, пить и пить. Болотную воду. О, отлично, там стенки давай. Стенки давай! Сколько сделаешь? 16. Надо ли мне столько? Давай-ка десятку для начала. Надо быстрее дом сделать, чтобы можно было внутри что-то уже развиваться, потому что без этого ничего не сделаешь. А серпа у меня таки нет, потому что я надо кого-то грохнуть, чтобы серп сделать. О! Еще крокодил 50 уровня. Не, давай-ка мы с которой поменьше. Правда, ему надо в лобешник выстрелить. А лобешник у него с другой стороны. Я-то вон он. Ну, где-то вот так, я думаю. Беги. Сейчас отбегу немножко. И опять будем стрелять. Сильно высоко. Опять не попал. Да 30 это фигня, блин. Что это за... У него голова просто сильно низкая. Да у меня эта защита всех берется, там какие-то мороженое там. Блин, придется, наверное, так его коцать. Ага. Да вообще не, блин, на него урон не проходит, алло. Мой нож до него как... припарка, блин. Кому-то. Эй, пс, дурик. Ты куда пошел? Я здесь. Ну что, так никаких стрел не напасешься. Да что ж такое-то? Опасные противники. Да ладно тебе, блин. Верни хоть часть стрел какую-то. Большая часть из них вся, конечно, поломалась. Ну хоть что-то. Так, 2 стрелы еще. Хорошее мясо, косточки. Мало всего. Вот тебе еще косточки. Камушки. Сколько там стрел тех?
19, кот наплакал. Еще ягоды, кстати. Надо часть ягод оставить. Ох ты, блин, за кострище-то я забыл. Ладно, уже поздно. Ложи свежую партию мяса. Тут крокодилы, блин. Вот это птица. А что у нас там по здоровью? Более-менее все нормально. Попал. Че там все, да? И сюда. Мне нужен мех, чтобы сделать спальник, потому что я опять буду появляться черти где. Ах ты ж говнюк. Ой, а он еще один. Кто это, комода? Ну, комода, ладно, комода попроще убивается. Может, ты меня потеряешь, а? Он меня видит, козел. Бежит. Может, я тебя переорю на вот эту птичку, а? На этого убиса. Убиса хочешь поесть? Его проще тебя поймать. Блять, походу опять еще над жопой нарвался на другого крокодила. Точняк. А, это игольчик. Что это? Что это? Да, что-то я такое прям место выбрал. Прям очень-очень опасное. Блин, у меня кислород кончается. Его не положил. И стенки так мне не дают поставить. Всякие там крокодилы. Надеюсь, они ушли куда-нибудь подальше. Ну, отлично. Давай забаррикадируемся. Сготовилась? Еще нет. Хрум. Хрум. Ням. Ням. Так, половину ягод я положу, чтобы они портились. Мне нужно это, чтобы оно портилось. Это потом пригодится в будущем для создания всякой ерунды. Так, все, давай стенки. Волокно выкинь. Кончились, ладно. Теперь вот это поставь. Они тут явно надо будут. В центре, да? Да-да-да. Для поддержания штанов. Это вниз надо обязательно в землю воткнуть. Иначе эти колонны не работают. Ладно, не хватает. Ничего не хватает. Так, ремонт. Что тут у нас покоцано? Да ничего особо не покоцано. Что тут, ножик? Давай. Ремонт, ремонт. Ремонт. Так, стенки. Ну давай еще с десяток. Не, давай 7. 6. Сюда, сюда. Потом что-то сюда. Короче, не хватит, еще сделаем. Я не помню, так это все делается или не так. Сейчас еще можно что-то все дело забрать. Так, давай еще вот эти пилоны. Давай тоже. Ага. Опять за дерево надо тянуть. Дело сколько ты тогда сделаешь. Все равно нужны. Плюс качаемся. Строишь и качаешься. Так, подожди, ты что этот не... Так, 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 где-то там и ставил? Нет, не ставил. Я думал, ставил. А, они же как раз все тут и закончились.
Где? Ага. Ну-ну-ну, только что ж было, можно было ставить. Во. Снизу надо, в смысле, с другой стороны обойти и воткнуть в землю. Кончилось! Да ёж твою медь! Дерево, дерево. Так, а тут комод уша стоит. Давайте-ка его прорядим ему стрелой. Блин, надо хотя бы стрелы, что ли, сделать. Костяные. У них урон намного больше идет. 40. Ага. Блин, кости пока нужны. Давай пока десяток еще сделай. А где там твоя голова? Я не вижу. Ладно. Куда-нибудь пульни. Попал, конечно, плохо. Изи. Да, из тебя, конечно, мясо очень много. Так, серп ты уже можешь сделать? Давай, а ну-ка. Сейчас посмотрим, как он собирает траву. Ты успел сделать? Ага. На семерочке. Так. Давай-ка без семерочки. Я уже помню. Вот он сколько тут. 7 волокна, 2 палочки. 16 волокна. То есть стабильно 16 волокна. Да, ну палочки, по-моему, перестает собирать. Да палочки-то ладно. Палочки, когда дерево рубишь, собираешь. Вот волокна он до хрена собирает. Кто-то там ходит? А, птичка. О! Волокна надо просто неимоверное количество. Веточки. Это все давай сюда. А урон у него какой-то есть у этого серпа? 30-40 в ближнем бою, здесь чуть побольше. Оно неудивительно. Так, ну нас пока никто не трогает. Кромсаем дерево. А не слишком я высокий начал делать? Ладно, если что, переделаем. Это что, снимается, разбирается, слава богу. Но пенек очень долго рубается. Сам ствол намного быстрее разбирается на запчасти. О, level up. 30 уровень. Неплохо. Потом буду смотреть, что там можно делать. Кстати, а ну вот этот, если проверить, или тут без разницы, что резать. 17 волокна. Подожди, она маленькая. 20 волокна. Ты шутишь? Или тут рандом какой-то? 15. 17, 2 семечка. 16. 18. 20. Короче, рандом, походу, какой-то. Ну да, какой-то либо. Либо 18, 20. Ну, все равно лучше, чем руками. А руками собираешь вообще капельку. 5. Где-то 2. Где-то 7. Ну, короче, да. Рандом рандомный. Эти птицы агрессивные. Я прошел просто мимо него. А он... Зараза. Эй, а что это вы вдвоем ко мне приперлись? Ладно, бонус двойной. Я просто мимо прошел. Думал, ага. Думал, опять меня сейчас будет косить. Ну, ладно. Ножик сломается? Почти. Хищники на мясо идут, быстрее разбирай. Отходим. Кто-то там заинтересовался, по-моему, этим делом. Особенно мной. Вроде успокоились или нет? Блин, меня коцает эта фигня. Ну ладно, там она вроде не сильно повреждает.
Ни минуты покоя, блин, не дают. Опять этот игольчатый на меня напал. Блин, у меня не полное здоровье. Блин, надо мясо есть. Может, я от тебя просто убегу? Ну, типа, в доме спрячусь. Хотя это еще нифига не дом. Но, может, проканает. Я тут никак не могу выключить этот костер, потому что у меня постоянно появляется новое мясо. Ешь давай. Ешь давай. Здоровье восстанавливай. Что я говорю? Вот это больше, кстати, мяса. Намного больше восстанавливает. А, что случилось? А, понял. Надо выложить эту гадость, которая меня убивает потихоньку. Пока я не знаю, что с ней делать. Там написано, конечно. Это может типа из... это... было доказано, что это... так. Животное существует... ладно, плевать. Давай стенки. Они мне не дают строиться, просто не дают. Я ни черта не могу делать. Сколько можешь, максимум, давай еще. Надо повыше делать потолки, потому что низкие потолки меня прям... я случайно двери сделал, да, еще одни. Мне не надо больше дверей. Вот так сделай. Это отремонтируй. Так, я думаю, пока вот такой высоты мне хватит. Пилоны нужны. Блин, столько наделал лишних, да? Вот, блин. Уничтожь. Там какую-то часть возвращает, конечно. Но не все. Где они там, эти столбики, вот. Сколько мне там их надо? Штуки 4, наверное. Штуки 4. Ну? Еще раз 8 нажми. О, я думаю, это вот, по-моему, слишком высокая крыша будет, не? Что-то я, по-моему, перестарался. Второй этаж можно, наверное, сделать в таком доме. Ладно, посмотрим потом. Дай-ка мне. Это вот мясо, хорошая хилка. А вот воды мало, кислорода мало. Блин, ты задолбал. Строй давай, иди. Крокодилы. Всякая фигня за мной охотится. Еще крокодил. Кролик, ты хоть меня не бьешь. Да ладно, иди отсюда. Бегать за тобой. Так, не дают строиться снова. Крокодил, наверное. Да где ж там где твоя-то голова-то дурная? Ой, беги! Здоровья нет, ни черта, глубокая рана. Нолик. Ну? Отлично. Нож поломался вот-вот. Жалко, я не знаю, сколько у них хп, блин, вот в чем весь прикол. Давай далеко от дома не уходить. Низкий уровень здоровья. Да, копейки вот эти наносишь ему урон, блин. По 30, у него там... не знаю, сколько там у него сотен этих из того здоровья. Надо кусок мяса сожрать. О, хоть чуть-чуть. О, 120 есть, отлично. Да, блин, козел в сторону отвернул. Где там твоя голова дурная, блин? Она там с гульки нос у него твоей головы. Пора в нее попасть. Да сдохни уже, скотина, у меня стрел нету. Спасибо. Почини. Быстрее, пока желающие полакомиться этим крокодилом не пришел кто-то другой. Вон, я же вижу, есть. Да. Угу. Давай быстрее разделай. Да. Что ты такой? Никакой, блин.
чтоб ты был здоров, иди отсюда. Меня нет, я в домике. Мне кажется, что, блин, ну, у меня стенку козёлную сломал. Включи свет. Этот факел, по-моему, поярче светит, чем тот, который попроще. Мне надо оружие, нормально, мне его... Камень я весь выложил. Я строиться не успеваю просто. Только начну что-то делать, как эта скотина придет, начинает что-то творить. Какой-то беспредел. Так, еще мне таких 6 штук надо. Так, ну уже вот сверху сейчас заделаем эту дыру трехугольными вот этими. Я уже забыл, где они. Наверное, здесь они крафтятся. Мне надо 3 штуки их. Просто надо видоизменить его этот форму. Так, ну-ка. Ну-ка, а, вот он. Конек. Горбунек. О! Остались только треугольничками запхать. А, нет, еще 2 квадрата надо. Ёж твою медь! Тебе еще что, скотина, надо? Его хрен так это. Ну, слушай, попал в 200-ку. Кусочек мяса, пожалуйста. И кислород кончается. Ты там под землёй, что ли, будешь лазить? Иди сюда, дурик. Ты ж... Ох, уроды. Стаи нападают. Эх, так кого ж из вас я бил? Ага, по морде получил, уходи. Следующий. А, ну давай, давай, давай. Ага. Ага, 200-ку взял. Так-то так. Лечим, в смысле, калечим. Ну! Иди сюда. Да вот это да, я не то. То, что ты там взял. А, бляха-муха. Кислород. Не знаю, что они там делают, но они по мне не попадают. Ну, они, короче, не очень любят, когда их бьют, я вижу. Так, один, по-моему, скис, маркиз. Так, 200-ка. Куда куда ты, интересно, текаешь? Ремонт. Мне нужно железное, мне на остальное надо все. А, тебе козел драный. Игольчатый тюлень. Я задыхаюсь, скоро сдохну, блин, они мне не дают житья. Зато мясом я не ограничен. Во всем есть свой плюс. Слышишь? А вы не охренели мое это кушать, не? Нормально все у вас там, да? Сейчас мне дадут по шее, блин. Да на тебе, скотина. Бей, бей, бляха, стамина. Да. Фух, ты ж боже. Вот вы задрали, идите в баню все от меня. Баню, в баню. Давай разделывай их, пока их не сожрал кто-то другой. Мне надо кожа. Нож, ремонтируй. Кости. Разбирай. Кто бы мог подумать, что это козлы, это эти хищники. Я уж никогда бы не подумал, они на травоядных похожи. Пришли наглую и жрут мое мясо. Ну не офигели. А где тот, который... А, он. Нет, это не он. Его что, съели, что ли? Или я успел разделать? Я не помню. Возможно, раздел. Не знаю. Давай в дом. Крышу выкинь эту хрень, которая меня коцает. 7 штук и вот эту фигню. О! Не знаю, что-то их так много. Прям много-много. Так, все, я могу спальник сделать. Отлично. Дай сюда. Дай сюда, говорю.
Ура! Где-нибудь возле костра положу, да, чё бы нет-то. Надеюсь, успею, сейчас никто меня тут не сожрет. О, а тут прям тепленько будет мне. И мешать никому не будет. Так. Все, точка спауна задана. Отлично. Блин, козлы. Заделать дырочку надо. Так. Я так и не успел ничего сделать. Зато мясо у меня будет, как у дурака фантиков. Нечего его жалеть, ешь давай. Надо отхиляться. Вот этим примитивным мясом его как раз много. Можно и залечиться полностью. Не знаю, куда оно там все помещается. Персонажу, но куда-то, видать, помещается. О, еще кусочек. О, отлично, ягодкой закинемся. Оп, еще одной. Оп. А что это за... Вот это за значок такой... Дезориентация. Ну, у вас... А, понял. Скачается кислород. Ну, у меня есть. Дай половинку. Спасибо. Дезориентация. Так, тут хоть все целое. Вроде да. Так, ну, продолжаем строиться. Так, я какой-то уголок куда-то ткнул. Каким образом ты там очутился? Дай сюда. Блин, не допрыгивай, в смысле, не дотягивай до него, чтобы разрушить его. Эй, блин. Ну, как так-то? Может, где-то как-то отсюда? А, может, дотянусь? Так разве... Может быть, кувалду в руки взять? Ага, может, давай. Ну, разбери его. Ну, все правильно, я же эту кнопку нажимаю. Красавчик! Не так, но... Ладно. Что-нибудь придумаем. Фундамент какой-то поставлю, лестницу потом разберу. Так, и последний кусочек. И будет дом готов. Только надо форму ему поменять. На вот эту вот штучку. О-о-о, и воткнуть. А почему опять эта решетка включилась? Я же не включал сетку. Почему она все время сама включается? Можно мне как-то вот сюда вот? А? Пожалуйста. Как-нибудь. Оп-оп-оп. По-моему, дом готов. Да, отлично. Давай делай вот эту хрень. Расщепитель. Давай, и вот это мне давай. Сразу 4. И вот это мне давай. Кожи нет, ну ладно. В смысле кожи нет? А очередь забита. Давай, бурдюк. Индюк. Вот эту делай, водосборник. Что это у нас есть так? Травника, подожди, пока печка. А, то есть так для освежевания. Сейчас пойдет дело. Угу. Пока хорош. Что-нибудь ты там сделал? Где оно все? Давай сюда. Ставим тут рядышком. Не, это можно прямо вот сюда воткнуть. А как я тут до сундука доберусь потом? Никак. Так, аксилит, эксшмед, короче, вот он. А здесь, да сюда его. Сера где-то было. Ну, вот топливо. Давай, бурдюки, это сюда. Мне. Все мне. Давай, ставь, ставь, ставь. Это, вот это. Качай, давай, качай. Вытащи у себя эту фигню. Блин, он все уже поглотил, можно так сказать. Ну, отлично. Мясо я захилился. Вот это пошло мяско. Дай сюда. Один есть. Отлично. Давай подзаправим его. Но мне так не хватит ничего. Ну, на какое-то время хватит. Еще можно грязной воды набрать. Бурдюк. Так, ну что ж, на этом буду заканчивать серию. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока.